А мы продолжаем выпуск. В Алматы отметил 5-летие фестиваль «Уикендер». В 40-градусную жару организаторы вывезли всех тусовщиков в город, дабы спасти народ от перегрева. Однако там начался такой отжиг, что публика сама довела себя до солнечного удара. «Уикендер» – это еще один повод выбраться с друзьями за город, потому как на фесте есть все для качественного отдыха. Вкусная еда и хорошая музыка. Вообще «Уикендер» славится именно музыкальными хедлайнерами. Каждый раз они приглашают каких-то интересных гостей. На этот раз это резиденты фестиваля электронной музыки из Тель-Авива, Мадрида, Берлина. Судя по публике, им это очень даже по нраву. Несмотря на всеобщий отрыв, подобные миксы редко встретишь в плейлистах. Моби. Я люблю классику, там Шуберт и так далее. Из американского хип-хоп, олдскул, тупак. Электронику тоже, кстати, не слушаю, но здесь под атмосферу очень круто заходит. Старые песни, песни еще, наверное, 2000-х. Например? J-Lo Play, к примеру, там Jenny from the Black. Просто у меня сейчас очень сильная ностальгия по прошлому. Последние три трека, которые добавили? Который добавил, In the End, который вот Честер умер, как бы в памяти обратно его скачал. Стоит добавить, что народ приехал не только отдохнуть от городской суеты, но и скрыться от зноя. Как вы спасаетесь от жары? Я сплю. Да, я сплю до 6 вечера. Я очень ленивый человек. Ну, у меня есть возможность посидеть дома под кондером. Если честно, да, я не выхожу из дома, когда сильная жара. Я считаю, что нужно дать премию человеку, который его изобрел. Сходить в бассейн, но я один из тех типов людей, которые еще ни разу не поплавал за вот это лето. Такой вот я неудачник. Холодный душ, горы, ну, как вариант. Способы оказались вполне земными. Ну, а «Уикендер» не утихал еще до полуночи.